Посмотрим сам телефон. Значит, что было в комплекте? Зарядка, наушники и чехол. Это пока мы убираем в сторону. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров. И все это на канале «Китай стал ближе». Пришла вот такая вот посылочка. Такая вот посылочка, запаковано все хорошо. Вот здесь вы, как всегда, можете видеть продавца, стоимость товара. Ну и сейчас посмотрим, что у нас пришло же в итоге. Так, значит, вот эта посылка, пришел телефон, упакован хорошо, но чувствую, просил продавца упаковать получше, но чувствую, мало что-то там напихано, но вроде не повреждено. Давайте откроем, и я вам все расскажу. Шла посылка месяц, ровно месяц она шла, заказывал я ее 20-го, пришла она 19-го, то есть месяц дошла, оценили в $45. 3,90, весит 394 грамма. Значит, здесь у нас телефон BlackView A8. Давайте откроем и посмотрим. Заказывал еще BlackView A8 Max, по-моему, он называется. Тоже скоро придет, но пока разберемся с этим телефоном. Все, внутри пусто. Вот такая вот коробочка, чуть-чуть перемотана пупыркой. Вот коробка. Симпатично довольно-таки. Не знаю, видно, не видно на камеру. Вот так вот видно. Такой вот рисуночек. Коробка ничем не закреплена, просто крышечка. Здесь на нескольких языках описания, но русского нету. Ну что ж, давайте откроем, не терпится. Открываем. Вот он, телефон. Прокладочка вот такая вот поролоновая. Телефончик пока в сторону. Давайте посмотрим комплектацию. Меня интересует комплектация. Заказывал у меня знакомый. Как написал продавец, в комплектации дополнительно он положит чехол и наушники в подарок. Вот давайте посмотрим. Значит, что мы имеем? Силиконовый чехол положил. Вот такой вот силиконовый чехольчик мягенький. Инструкция. Инструкция с картинками. Можно разобраться, если кто не знает английского. Но в основном все стандартное, так что я думаю, ничего сложного с разбором телефона не будет. Инструкция. Зарядочка. Зарядочка на 1 ампер. Что еще тут? Давайте ковырнем, посмотрим. Шнур. Шнур с лейбликом. То есть шнур фирменный. BlackView написано на зарядке. Original BlackView тоже наклеечка есть. На шнуре написано BlackView. В сторону все. И вот они наушники. Давайте посмотрим, что же за наушники положил продавец. Послушаем позже качество звука. Полный обзор я сделать не смогу, потому что человек заберет телефон. Так что будем сейчас все копаться в нем, разбираться и смотреть. Значит, вот такие вот наушнички. Наушники внутриканальные. Не знаю, как по звуку. Сейчас посмотрим. Наушники фирменные. Надпись BlackView. Штекер, все, наушники есть. Теперь давайте посмотрим сам телефон. Значит, что было в комплекте? Зарядка, наушники и чехол. Это пока мы убираем в сторону. Смотрим дальше. Дальше у нас защитная пленочка наклеена на экран. Экран, надеюсь, поцарапана пленочка. Да, поцарапана чуть пленочка. Вот такой вот классный цвет, золотистый. Здесь вот поверхность рифленая, наверное, для того, чтобы не скользил из руки. Телефон тяжеленький, приятный на ощупь. Это снимаем. Вот. Что мы встречаем? Встречают нас три кнопки. На боковой грани кулисы громкости. Кулисы громкости и кнопка выключения. Включение. И что я еще заметил? Наклеено защитное стекло. Уже наклеено на телефоне защитное стекло. Потрясающий. Комплект хороший. Давайте посмотрим, что под крышечкой. Что под крышечкой у нас? Крышка закрыта плотно, хорошо. Много заклепочек. Так что будет держаться классно. Вот такая вот длинная батарейка. Вынимаем, смотрим, насколько батарея. Батарея на 2000. На 2000 ампер часов. А сколько заявлено?
И заявлено, заявлена емкость батареи на 2000 ампер-часов. Снимаем защитку, смотрим, что внутри. Под две сим-карты слоты и под карту памяти слот есть. Закрываем. Что нас встречает еще при первом рассмотрении? Значит, все, вставили. Давайте посмотрим, что есть. Сверху, получается, да, сверху штекер под наушники, штекер под микро USB под зарядочку. С этой стороны ничего нету. С этой стороны отверстие динамика. И 8-мегапиксельная камера. И фронтальная 2-мегапиксельная камера без вспышки. Здесь есть вспышечка, здесь вспышечки нету. И отверстие датчики, насколько я понял. Ну что ж, давайте попробуем включить и посмотрим, что у нас за телефон. Итак, включили, немного настроили. Что хочу сказать по телефончику. Телефон довольно-таки яркий. Давайте посмотрим про версии прошивки. Версия прошивки 5.1 Android. Что хочу сказать по самому Android? Ну, может быть, Android и хороший, но мне вот такое не нравится. Когда все папки на экране, все вкладки, точнее, на экране, мне не нравится. Мне вот 6.0 больше нравится Android. Ну, давайте, ладно, поговорим о самом телефоне. ОЗУ, точнее, оперативная память у него 1 гигабайт, 8 гигабайт внутренний встроенный, размер дисплея 5 дюймов. Выглядит шикарно, задняя панель хороша, передняя широкие рамки, из-за этого смотрится он, мало того, широкие рамки по краям, еще и рамки черные, рамки от экрана, то есть, видите, экран и потом еще рамки корпуса, то есть, ну, не смотрится так, экран как бы кажется маленьким из-за этого. Что еще хочу сказать по звуку? Звук вроде хороший, воспроизводит хорошо. Динамик один, но звук играет нормально. Довольно-таки громкий телефончик. Значит, что по камерам? Задняя 8 мегапикселей, передняя 2 мегапикселя. Разрешение дисплея 1280 на 720. Написано, что емкостный экран. Модель А8, процессор МТК. Тип батареи съемный. Вот такой вот телефончик. Процессор 6580. Ну, что хочу сказать, не очень мне понравился. Единственное, прикольно вот сделано по поводу камеры. Вот такое вот приложение. То есть вы делаете фотографию, и она у вас сразу высвечивается вот здесь в приложении. То есть это как бы галерея. Что хочу сказать по телефону. Бюджетный телефончик 5 с небольшим тысяч он стоит, но за эти деньги есть лучше. Придет еще Blackview A8 Max, по-моему, называется он Max. Там все то же самое, только он поинтереснее, покрасивее выглядит. Ну, посмотрим, сравним. Сравнить не знаю, получится нет взять у меня этот телефончик на день. Потому что это все-таки заказал человек. Человеку я его отдам. Получится или не получится, не знаю, взять у него. Но все равно можно будет сравнить. По крайней мере, меню здесь мне не понравилось. Камера чуть притормаживает. То есть, когда перевожу, видите, изображение плывет. Вот что-то типа того было на HomeTome. На HomeTome также камера работает. Почему так, я не знаю. Хотя 8 мегапикселей должно быть нормально, но изображение плавает. Так, в принципе, что еще по нему рассказать? Приложения вроде бы работают нормально. Но опять же, надо устанавливать другой браузер. В этом браузере не могу я тоже работать. Это что-то типа Йоха или что-то такое. Привык я в Гугле работать. Так что на этом мне даже неудобно работать. Неудобно в этом браузере работать. Но это уже установит владелец. Уже будет смотреть, что ему
как удобнее, с каким браузером работать удобнее. Ну, цвет насыщенный, картинка яркая, дисплей яркий. Давайте посмотрим на минимальном. Вот, при минимальном. Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир. И сегодня у нас интереснейшая посылка. Это пришла колоночка, Вот при минимальных настройках яркости. И вот при максимальных. Хотя при максимальных светит нормально, но не особо так много варьируется. При минимальных, допустим, вечером, я думаю, будет ярковатый такой дисплей, если, допустим, вечером. Если, опять же, взять Home Tone, да, у него даже экран кажется больше, хотя экран такой же. И при минимальных настройках, он темнее. То есть потемнее, удобно вечером с ним, хотя тоже ярко. А этот будет еще ярче. Ну, что еще могу рассказать? Пока все, спрошу я, как он будет им пользоваться. Может, даст мне на день на обзор. Ну, а пока все. Что понравилось в телефоне? Понравился дизайн. Да, именно вот задняя крышка, задняя панелька. Понравилось. Сделано красиво, приятный цвет. Ну и на этом все, что мне понравилось в этом телефоне. Сам телефон не понравился. Такой бы я не взял ни себе, не посоветовал бы кому-нибудь. Но если кому-то понравится, ссылка будет в описании. Можете приобретать. Просто я думаю, за такую цену можно взять лучший телефон. На этом все. Хорошая комплектация. Фотографии будут ВКонтакте. Ссылочка будет также ВКонтакте. И ссылочка будет под описанием видео. Заходите, смотрите, присоединяйтесь. К каналу подписывайтесь. А на сегодня все. Всем пока. До новых встреч. Удачи!